приветом, Набутов. Категорически приветствую, друзья. Доброе утро. Здорово. Да, здравствуйте. Здорово. Слушай, несколько секунд у тебя украду, судя по сообщению наших слушателей, которые пытаются меня поправить со словами, что Даша, дорогая, Ганнибала Лектора играла Энтони Хопкинс, а не Мадс Миккельсен. Я понимаю, что люди лишили себя прекрасного. Они не знают, что существует такой совершенно бомбический сериал про молодость Ганнибала Лектора, где его как раз и играет великолепный Мадс Миккельсен. Гордеева. Друзья, если вы этого не видели, вы вообще не видели ничего про Лектора. Там такая Мадс Миккельсен чума. Вообще фантастический он прекрасный актер, безусловно. Я забыл, как называется, извините, что это. А сериал называется «Ганнибал». Он, Ганнибал, так Ганнибал, и Ганнибал. Да. Как называлось про викингов у него такой психоделический черно-белый фильм, фактически, таких... Такой монохромный, скажем так. О, Господи, такое, ну ты нашел кино. Кого про название фильма спрашивать. Как же он не называл? Так викинги так и называли. Или как-то так. Потом он же играл замечательно в Джеймсе Бонде. В моем самом любимом Джеймсе Бонде. Где Квант Милосердия? Нет, Квант Милосердия — это Кал с этой самой. Я с, не с нашим, люблю его. Да, нет, а ну, Казино Рояль? Казино Рояль. Да. Казино Рояль. Где он играет этого Ле Шифра. Фу, сумасшедший актер совершенно, в хорошем смысле. Не, он мне очень нравится. Фантастика, да. Фантастика. Так, что вы, значит, во-первых, всем доброе утро, ребята. Еще раз, Гордеева и Набутов, ближайшие два часа под серебряным дождем. Сегодня четверг. Вальгалла. Это... Вальгалла. Спасибо. Вот правильные люди нас смотрят. Такой фильм для такого качественного пятничного или субботного выпивания, ребята, очень вам рекомендую. Для тех, кто любит эстетское кино, я не очень люблю, но фильм мне прям зашел на 100%. Значит, что я хотел сказать? Сегодня четверг. Значит, что с 9 до 10 у нас научно-популярно. Мы продолжаем такой цикл медицинских всяких разных эфиров, значит, который мы делаем вместе с Invitro и FutureMed. Вообще бомбическая конференция медицинской России. Ой, сегодня такая тема, ребят. Сегодня будет то, что близко многим из вас. И кто-то, может быть, даже не зная, как это правильно называется, но это уже делается. Мы поговорим о биохакинге. О двух его на самом деле главных направлениях. Один касается, значит, попытки познания собственного тела, сдачи многочисленных анализов, биомаркеров, изучения генома своего там и так далее. Все возможности сейчас есть. У нас будет уникальный совершенно человек, Станислав Скакун, в гостях. Это человек, который проводит самый масштабный в мире Quantified Self Experiment, это называется так. То есть он бесконечно изучает себя. Он такой биохакер-практик, сдает там по 1000 каких-то анализов каждый месяц, тратит на это какие-то сумасшедшие деньги. Создал компанию, которая занимается анализом медицинских всяких данных, в том числе своих. Вот, это одна, как бы одно направление, а другое связано в официальной трактовке биохакинга, другое связано с чипированием и внесением изменений в собственный организм. Поэтому у нас в гостях будет Юсеф Хисуани, человек, который как-то был у нас несколько лет назад. Это был совершенно сумасшедший эфир. Он соуправляющий компании 3D Bioprinting Solutions. Это компания, которая занимается биопринтингов органов. И он приходил еще на самом старте. Это был самый старт. Я потом у них был в гостях, это было очень интересно. Да. Я видел вот этот самый биопринтер, где они начинали печатать щитовидную железу. На нем же, по-моему, печатается кожа. Значит, впереди мочеточник, сердце, там более сложные органы. Это тот самый биопринтер, который летал в космос у нас. На МКСе они там проводили всякие эксперименты. Короче говоря, будет очень интересная история. Это в следующем часе. Обязательно присоединяйтесь к нам. И подумайте, может быть, какие-то вопросы у вас есть там по... Потому что биохакинг — это что это? Это питание свое, это всякие разные психологическая работа с собой, это бесконечное количество всевозможных анализов, это правильные выводы из всей этой бигдаты, которые вы должны делать. Короче, в общем, будет бомба. Поехали, вернемся пока к интерактивным делам. Что вы там, Станислав Саламович, обижаете? Обсуждаем, да. Но... Сволочи! Мы не обижаем. Во-первых, Станислав Саламович сам несколько обидел журналистов, с которыми был, это прям нормально. Скажем, хамоват. Да, очень не первый раз. Мы начали обсуждать тему, вообще имеет ли право человек, занимающий должность тренера, подобные грубые, в общем, довольно вещи, прямо адресно, конкретно, конкретным людям и претензии озвучивать в общественном пространстве. Да.
Или это должно быть произнесено только исключительно в раздевалке, а на публике это «мы одна команда», «мы там братья», «мы молодцы». То есть ты за вранье? Нет, я совершенно... У меня нет позиции по этому поводу. Человек свободно мог высказывать свое мнение, в том числе негативное, в адрес некоторых товарищей. Он снял себя... Что раздражает? Не человек. Значит, первое. Профессионал. Значит, первое. Профессионал — это герой Жан-Поль Бельмондо из одноименного фильма. В этом случае, наверное, да. Значит, первое, что я хотел сказать... Во-первых, накануне была Лига Чемпионов. Во вторник тоже она была. И чувствуете, какие грустные интонации? Я поздравляю болельщиков Локомотива московского с тем, что их команда в очередной раз единственная, которая смогла взять себя за яйца и каким-то образом прилично сыграть с, не просто с кем-то, а с одним из там грандов европейского футбола, который называется «Атлетико де Мадрид». На зубах дотащили до ничей, имеют 2 очка и лучшие шансы из всех наших 3 клубов, значит, хотя бы попасть в Евровесну, вылетев в Кубок УЕФА. «Зенит» это тоже может сделать. Краснодар тоже, но мне кажется, у Локомотива, который играет в самой сложной группе с двумя топовыми командами, значит, есть возможность показать самый лучший результат. Мои поздравления. Большие молодцы. Ну, мужики, как минимум. Это раз. Во-вторых, вчера умер Марадона. О, да. Вот как ты, кстати, к вопросу о Черчесове. Вот ведь крайне неоднозначная личность в истории 20 века, да? И в футболе-то вот как вот ему позволено было вообще вытворять все, говорить, дружить с диктаторами, а чего только не было сделано за, в общем, его жизнь, да. Чего только? А чего только было? Слушай, мне очень понравилось. Вот Марадоне можно, а Черчесову нельзя, вот скажи мне. Ну, я думаю, что для этого можно быть, для этого для начала нужно быть рукой Бога. Ну, понимаешь, да? Да? Кстати, но про он руку и был Бога. Рукой, он и был рукой. У нас есть нога Бога, это Акинфеев. А Черчесов тоже был рукой Бога. Он играл в воротах сборной, в том числе. Ты видел эту замечательную, очень трогательную картинку, как Марадонна встречается с Господом. С Богом. Возвращаю тебе руку. Да-да-да. И Бог его так радостно встречает с улыбкой. У него одна рука, и Марадона в этой прекрасной полосатой бело-голубой футболке номер 10, он ему протягивает, так возвращает руку. Я напоминаю, что вот на этом же мундиале 86-го года, дай бог памяти, и в этом же матче со сборной Англии, в которой он забил победный мяч рукой, и, что стоило, конечно, карьеры двум топовым судьям, боковому и основному арбитру, поскольку они больше футбол, по-моему, не судили после этой ошибки, засчитав этот мяч. Он еще забил второй, ну, был же и другой гол, который признан лучшим голом 20 века. Понятно, что это всегда такие спорные оценки, голов много красивых сбивается, но тем не менее, это чемпионат мира, и он обыграл там полкоманды, прошел полполя и забил потрясающий совершенно мяч. Абсолютный гений, но вот вопрос. На меня всегда раздражают разговоры, кто там самый лучший футболист в истории. Угу. Марадонна, Пеле, Лионель Месси, Криштиану Роналду и так далее. Все это разные эпохи, это, иногда это разные позиции даже. Разные чуть-чуть. Школы, разные техники, школы, все, подходы. Ну, что сравнивать футбол 50-х, конечно, и футбол начала 21 века, это другие скорости, вообще все другое. Другие правила, кстати говоря, изменения в правилах были, то есть и забивают сейчас больше, и конкуренция другая. Ну, короче, не важно. Понятная история. Я что хотел сказать по поводу Марадоны. Должны ли мы ему прощать все, если человек гений? Ты об этом хотел? Это раз. Есть такая точка зрения. Мы ему можем простить все. Ну, как, например, матери Терезе прощают то, что она очень много чего сделала на деньги, извините, да, Пабло Эскобара. Пабло Эскобар. На секундочку, Пабло, да. Хотя тоже она, конечно, тоже неоднозначная личность сама по себе, прям скажем. Вот к вопросу, в принципе, о неоднозначности нашего мира, такого сложного и противоречивого. Мы все-таки русские, люди, мы живем в России, мы привыкли очень видеть мир в черно-белых тонах. У нас либо вот так, либо все. Либо, вот. либо хорошее, либо плохое. А как бы вот есть существует масса полутонов. Считаете ли вы, кстати говоря, Марадону лучшим футболистом в истории футбола? Такой у меня вопрос. Дайте коротко 5 минут на это. Пишите, звоните. 730-101. Друзья, не забывайте про видеотрансляцию на канале «Серебряного дождя» в YouTube. Пару минут, и мы вернемся в эфир. С приветом, Набутов.
Ну что ж, такая мелкая провокация. Считаете ли вы Марадону лучшим футболистом в истории футбола? Надо ли гением прощать все? И надо ли гением прощать все? Есть такая популярная точка зрения. Ты знаешь, нам вот пишут, что если бы Черчесов давал результаты, то ему бы тоже все прощали. Очень много подобных. Да, а как вам чемпионат мира? Вот. Вот у нас две футбольные темы обвязалась. Такие две, одна трагическая, другая скандально-хайповая. По поводу высказываний Станислава Салатовича на фоне чудовищных выступлений нашей команды последние несколько месяцев. Проиграли все, что только можно. Невыразительный безвольный футбол. Стремительно теряем места в международном рейтинге. Что в конечном счете плохо будет просто отразиться на всяких наших жеребьевках, в том числе чемпионат Европы. Попадем в более слабую корзину, получим более сильных соперников. В итоге, короче говоря, да и в общем, если вспомнить чемпионат мира, когда про Черчесова узнала значительная часть нашей аудитории, да. У нас аудитория, она к профессиональному спорту, в том числе и футболу, ну, большая часть ее, в общем, за этим не особо следит. И кто такой Черчесов? Знали, ну, в общем, футбольные болельщики. Знали. Конечно, знали. Ну, че, ты футболист, так, неплохой футболист, вратарь в свое время. Ну, попал, все, вот тренер спорта. Тут чемпионат мира, естественно, огромное количество нефутбольных людей у экранов. Наша команда показывает результат, которого от нее не ждали, объективно. Но если посмотреть серьезно, то по большому счету у нас была одна из самых, и такое часто бывает с хозяевами, самых слабых групп. Мы как бы обязаны были ее проходить, помните? Значит, там мы сыграли несколько красивых матчей, забили хорошие голы, вышли дальше. А по большому счету мы сыграли две серьезных игры. Мы на зубах прошли Испанию. Такое бывает. Выстояли всеми возможными автобусами, сыграли в ничью, не дали забить. Это достижение. С одной из сильнейших сборных мира. По пенальти их прошли, спасибо Акинфееву в том числе. А дальше попали под хорватов, с которыми тоже, кстати, играли весьма достойно. Могли пройти дальше, но уже были не так удачны в серии пенальти. И хорваты вышли в следующий раунд. Но, тем не менее, по большому счету, вот, тем не менее, все, результат есть. Лучший результат, по-моему, один из лучших результатов за всю историю выступлений на чемпионатах мира. Лучший в российскую эпоху, безусловно. Все, после этого мы видим, что сборная не очень. Ну, вот смотри, Более того, Черчесов еще, чем народ сейчас так вызвал такое отторжение, он унизил Дзюбу. По большому счету, это унижение, это не по-мужски, на мой вкус. Вот это я могу ему кинуть такую предъяву. После появления этого видео. Ты отстранение Дзюбы? Благодаря которому. Да. Это неправильно сказать отстранение, это подавалось как не вызов сборной на фоне плохого, так сказать, внутренних вот этих три волнений. Человеку надо какое-то время, надо. Может, правда? А футбольный клуб «Зенит» его, например, не снял основного форума с игр. Более того, в день, когда появилось это видео, вечером Дзюба собрал яйца в кулак, красавчик, вышел. И в сложном матче, там не резал пенальти, после этого вырвал принципиальный матч, да, у соперника в чемпионате. Его никто не снимал, не давал время на акклиматизацию. Нет, все правильно. Чудовищно, на мой взгляд. Чудовищно, не мужской поступок. Ничем не мотивирован. Пишет тебе слушатели к вопросу о Черчесове и чемпионате мира. Одна победа — случайность, две — совпадения, а три — закономерность. Вот когда дойдет до третьего, то пусть хоть на голове ходит. Окей. Это к вопросу о Марадоне. То есть спортивные результаты перекрывают все остальные неоднозначные высказывания и поступки. Так мы то же самое же можем предъявить, наверное, и там некоторым нашим депутатам. Может, например, полет в космос перекрыть вот эти все махинации с голосованием по Конституции? Или какие-то спортивные успехи? Ну, можно развить, да. А? Да, можно развить много куда. Некоторые из них в далеком прошлом. Это как вспомни несколько дней назад, когда наши слушатели нам писали, что если бы народ в нашей стране сейчас жил очень хорошо, то они бы сами ходили и пожизненно голосовали за одного всем нам известного человека, наплевав на любые коррупционные схемы и возможных любовниц. Вопрос в том, что народ живет очень плохо, и все хуже и хуже, и все больше и больше людей в эту воронку нищеты и бедности засасывается на фоне чудовищной коррупции, а все равно все ходят и голосуют. Ну, не все. Ну, не все, но многие. И падает процентик голосующих. Поэтому приходится кое-что дорисовывать. Несоответственно падению уровня жизни. Это доброе утро. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы в эфире, доброе утро. Вы знаете, меня зовут Павел, я из Москвы. Я хотел вот что ответить, Виктор, вам на вопрос. Хорошо. Можно ли депутату простить полет в космос? Но... Вы знаете, можно при одном условии. Так. Если он оттуда не вернется. Это раз. Что касается основного вопроса по поводу Марадоны, ну, конечно, это действительно личность гениальная, а вот мне кажется, некорректно, вы же человек спортивный, и папа ваш... Более-менее. Какой папа у вас, я извиняюсь. Вот, поэтому, ну, конечно, нельзя говорить, лучший ли это футболист в мире, ни в коем случае, да? Вот то, что это одна из самых ярких личностей в истории спорта, а хоть бы даже и не футбола, это точно. Вот, и поэтому, собственно, такой как бы и... Ну, такая реакция в мире на смерть этого человека. А ведь он, конечно, он не был ангелом, мягко говоря. Да. Поэтому сравнивать, наверное, нельзя, а роль личности в истории, она имеет место быть. Я еще об этом говорил Владимир Ильич Ленин. Именно так. С ним можно поспорить? Он-то на Красной площади, а мы-то здесь. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Мы тоже когда-нибудь будем на условной Красной площади. Это то, что нас с вами уравнивает всех. Что, не дай бог, тут я дай бог, не дай бог. Я вот не хотел бы ни на какую Красную площадь. Да-да-да, теща хочет лежать в Кремлевской стене, да. Крутись как хочешь, но похороны сегодня вечером. Помнишь старый анекдот, когда теща просит зятя об одолжении? Конечно, вопрос провокационный. Более того, вы знаете, я какие-то видел цифры Марадоны. Они, в общем... На фоне там, каких-то сверхрекордов Роналду, Месси, Ибрагимовича и даже этого самого Левандовски, который тоже там штампует рекорды чудовищного количества, они не выглядят такими уже сверхрекордами. 300, то есть это, конечно, огромные цифры, но это не под 800 голов Роналду, столько же примерно у Месси там, и так далее. 300, по-моему, 65 или 385 мячей в 600-х. С чем-то матчи, который он провел. И более значительная часть из них выдалась... То есть он не был топ-результативен на протяжении такого гигантского количества времени, как, например, Месси и Роналду, которые уже больше 10 лет друг с другом соперничают, и, кстати, играют на тот уровне, только добавляют... Вчера сразу же начались разговоры о том, кто теперь займет место его величества, это будет Роналду или это будет Месси. Они же тоже оба высказались, и это было очень трогательно. А Роналду у себя написал: «Сегодня я прощаюсь с другом, мир прощается с вечным гением, один из лучших в истории, непревзойденный волшебник. Да. Он уходит слишком рано и оставляет бесконечное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, великий, тебя никогда не забудут». А Месси написал: «Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я помню все прекрасные моменты, пережитые с ним. Хочу выразить соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром». Ну а в Аргентине, между прочим, ни много ни мало, трехдневный траур. Конечно, трехдневный национальный траур. Он автор по большому счету, главного триумфа в истории аргентинского футбола, безусловно, национальный герой. Ему там-то уж точно все прощается абсолютно, с учетом их любви к футболу. Трехдневный траур, обелиск, например, в центре Буэнос-Айреса, там был одна из достопримечательностей столицы аргентинской, значит, он окрашен в цвета национального флага и несколько других точек таких знаковых. Нет, ну, конечно, потеря, но с учетом того, в каком он периодически пребывал в состоянии, помнишь, вот эти вот качели у него начинались, помню, когда он на чемпионате мира сидел, его там перло так, что просто смотреть было невозможно, а раз он сдулся. Человек сделал в этой жизни много, может и попереть. Я вам расскажу байку сейчас, ребята, Значит, наверное... 20-й год, наверное, в 2004 году, в 2005-м, я только приехал в Москву, начал работать на НТВ+. И у меня была командировка. Значит, я ездил комментировать чемпионат мира по фехтованию. Так. В Гаване он проводился, на Кубе, с советских времен, хорошая очень фехтовальная школа. И, короче говоря, я туда приезжаю и поехал посмотреть. Был один день свободный. Поехал, сел на автобус, поехал посмотреть, значит, как, ну, в центр. Какой-то за мной увязался пацан, говоривший по-английски, совсем там лет 15-16. «О, там тра-та-та, компаньеро, там все дела, сеньор из России, фи-фи-фи, пойдемте, я вам покажу, тут выйдем на две остановки раньше». «Вы куда, к Капитолию?» Я говорю: «Да». «Ну, говорит, мы выйдем, я вам покажу несколько важных мест». Он говорит: «Первое, единственное, что он мне показал, говорит, вот, это дом».
где проходит реабилитацию Диего Армандо Марадона. Господи. И он действительно несколько лет жил на Кубе и постоянно туда летал. Знаем, да. Вот, да. говорит, этот дом, мой там какой-то троюродный племянник лично привозит сюда кокаин. Он говорит, а вам я могу, сеньор? Я говорю, не хотите? Я говорю, не, я не по этому делу. Он говорит, а вам тогда сигары. Мой этот же дядя, или там другой, я уж не помню, он торгует сигарами, вам со скидками. Знаете, меня кинули на все суточные с этими конвертируемыми песо, там устроили такую мне карусель. Я остался, это был первый день, когда я туда приехал, у меня было с собой 400 или 300 долларов, я помню, всего суточные, все получил, нищий журналист. Короче говоря, на все, в общем, все эти бабки я там зарыл. Вот мой, как я, что у меня связано с Марадоной. Друзья, оставайтесь под серебряным дождем. Виктор Набутов, Дарья Гордеева, и мы продолжим через несколько минут.